Городской округ Щелково – лидер областного рейтинга эффективности работы органов местного самоуправления. Но это не все достижения муниципалитета в 2021 году. Местное отделение партии «Единая Россия» заняло первое место в Московской области как самая эффективная команда. 2 февраля делегаты собрались в театрально-концертном центре на ежегодную партконференцию. По результатам 2021 года Щелковское отделение заняло первое место среди местных отделений Московской области. Лидером рейтинга фракции «Единая Россия» стала фракция Совета депутатов городского округа Щелково. Спасибо за мощную и серьезную работу нашим депутатам. Андрей Булгаков подвел итоги деятельности Щелковского отделения партии за 3 года. Тема номер 1 – борьба с коронавирусом. «Единая Россия» не ушла на самоизоляцию. Открыла волонтерский центр. Более 100 добровольцев посещали пенсионеров, которым в пандемию предписано находиться на самоизоляции. Наши решения, наши программы достигают цели. Мы решаем проблемы жителей. Не просто было добиться этого результата. Какой трудный путь и какая большая серьезная работа была проведена в минувшем году. Самое главное, люди поверили в то, что можно добиваться результата, когда мы вместе, когда мы сообща работаем и решаем эти вопросы. Ключевой показатель деятельности партии – результаты сентябрьских выборов. «Единая Россия» набрала 51% на выборы в Государственную и 49% в областную думу. Депутатом Госдумы по одномандатному округу также стал «Единорос». Важна победа и стабильность. С точки зрения образа жизни очень важно, что мы вошли в большое количество программ, как региональных, так и федеральных, что позволит развиваться городскому округу, жителям чувствовать перемены. По итогам тайного голосования Александр Толмачев вошел в состав политсовета местного отделения. Сам политсовет, состоящий из 24 человек, в этом году обновился ровно наполовину. По словам единороссов, ротация – один из принципов работы «Единой России». Традиционно на конференции отметили отличившихся партийцев. На этот раз 7 человек. Это и руководитель фракции в Совете депутатов, помощники депутатов, которые организуют приемы граждан и работают с активом молодой гвардии. По регламенту делегатам предстояло выбрать секретаря местного отделения. В списках значились 2 фамилии – Андрея Булгакова, действующего секретаря, и Павла Жукова, депутата Совета депутатов. Результаты закрытого голосования озвучил представитель счетной комиссии. Булгаков Андрей Алексеевич – за 81, Жуков Павел Александрович – за 3. Андрей Булгаков отметил, что городской округ Щелково, лидер рейтинга эффективности органов местного самоуправления, получил от области 200 миллионов рублей. Средства будут направлены на формирование комфортной городской среды, развитие материальной базы социальных учреждений. «Единая Россия» продолжит реализацию партийных проектов по данным направлениям. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.